iPhone 6s. Традиционно для Apple поставляется в белой коробке, чтобы подчеркнуть совершенство устройства. Как видим, это 16-гигабайтная модель. Здесь указано, что входит в комплектацию. Это сам смартфон, наушники AirPods с пультом управления и микрофончиком, кабель Lightning и USB зарядка. Поддерживает данный смартфон стандарты CDMA, GSM, UMTS, LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC и GPS, наверное, с ГЛОНАССом. Коробочкой можно долго любоваться. Здесь еще непонятный такой красивый узорчик. Но надо переходить к самому содержимому коробочки. Сверху здесь лежит сам айфончик. Аккуратненько его достаем. Какие-то бумажки, наклейки Apple, вот в чем счастье жизни. Ну, это краткое объяснение предназначения клавиш на устройстве, тоже вроде как на наклейку похоже. Зарядка. Правда, не для украинского рынка. Ну, заряжать можно любой зарядкой от айфона, последних айпадов, айфонов. Ну и наушнички. Это обязательно, что Apple вставляет в поставку. Здесь просто такая незаметная пластиковая сверху упаковочка, которую можно аккуратненько снять, и тогда наушнички открываются, и вот так вот, ничего особенного, но зато можно раскручивать, накручивать на данное приспособление, чтобы они не спутывались. Точно так же аккуратненько упакован и кабель Lightning с USB. Большим, конечно, плюсом данной конструкции, данного кабеля, является то, что его можно подключать любой стороной. То есть в темноте, как угодно, где угодно, можно вставить данный кабель в устройство. Смотрите обзор iPhone 6s, подписывайтесь на мой канал, смотрите новые обзоры смартфонов, планшетов, а также новости мобильной связи.